закончить матч со счетом 2-0. Реально, они могли выйти дальше, пойти дальше по групповой стадии. Ну а сейчас SJ против Secret. На самом деле для меня матч очень интересный, потому что коллективы, как по мне, равны. И вот эти коэффициенты, которые вам предоставляют Lootbet, можно здесь похитрить, поискать для себя моменты, потому что мне кажется, легким этой легкой прогулкой для Team Secret этот матч не будет. Они в защите, они играют в агрессию, они атакуют через мидл. Тут Сеникс был готов, Эрви также дает фраг пассивно все. Ну, похоронили здесь всех игроков Team Secret, остаются только регионы Анаркис против четверых, и это должен быть легчайший раунд для SJ Gaming. Я напомню, что Dust 2 это пик команды Secret. Хотя SJ Dust всегда хорошо играли, и мне кажется, тут Secret, может быть, погорячились со своим пиком. Смог плохой, но есть второй, и в итоге все закрывают достаточно эффективно. Регион, вот, может быть, стоит уйти на сейф уже армора своего, по крайней мере, его тиммейт не очень-то активно продвигается под точку А. Еще и джампи не читает на позиции холодильника. Анаркис погибает. Остается последний регион. Регион, точнее. Извиняюсь. И у него тоже здесь шансов немного. 1-0, SJ повели. SJ повели, Team Secret не откладывают в долгий ящик, сразу же закупаются, появляются два скаута, три пистолета, куча гранат, арморы, все очень хорошо на самом-то деле для них в этом раунде, но это риск определенный, ты можешь отпустить своих оппонентов на три раунда подряд, поэтому тут нужно постараться. В любом случае, Синапси уже подставляется под скаута Джампи, Джампи очень хорошо играет с снайперскими девайсами, старый уже снайпер, времен еще Супер Джимми, он играл со снайперской винтовкой. Как бы свою роль не отдает никому в этой команде. Хотя есть секондари снайперы определенно. Там XRT берет, нет-нет, иногда АВП. В общем, ребята есть, которые могут, если что, подменить. Пока что демедж по садиксу влетает. Подставляется он как раз-таки под один из скаутов, который есть у Team Secret. Остается на 30 хп. Просвет закрыть самака, и можно по точку А проходить. Хуан Флаттер здесь вот в упоре вместе с Синапси, но Синапси не очень комфортная позиция для того, чтобы реализовать свой скаут, но он каким-то образом еще и хедшот сносит по Ксарту, ну а дальше уже задавили. 2D, Риган падает, и Токсинг на пару с Анаркис тоже ничего здесь уже не сделают. 2-0, следующий раунд, я думаю, тоже зайдет за SJ, так как денег не будет у Team Secret. И, в общем-то, хорошее начало для SJ Gaming. А вы же, дорогие друзья, не забывайте заходить на сайт Lootbet, потому что прямо сейчас там проходит крутейший ладдер с кучей просто нереальных призов для вас. Там и гаджеты Apple, разные призы от Apple, и самые лучшие из вас, самые интересные, могут разыграть 10 тысяч евро, чтобы вы понимали. Но для этого кликайте на баннер по трансляции, читайте условия ладдера и принимайте участие. Ну, неплохо, выбили девайс, но тут должен Харон, конечно, размениваться. Он боится открываться, хотя у него есть тиммейт за спиной. Не знаю, почему Харон так аккуратничает. Ну, может быть, не хотел терять лишних девайсов в этом раунде. Ты же Эрит только галил. Обронил после своей смерти. Нет, у него калаш был у Эрвида. Ну, тут Эрвид мог всех закрыть, но, к сожалению, стрельба не зашла. Что у нас у Team Secret сейчас? Появляется авик, 4 эмки, хороший бай. Китов я пока что не наблюдаю, их и не будет, в общем-то. Поэтому допускать до установки бомбы команду SJ Gaming здесь нежелательно. Нужно убивать их до подхода к сайту. 3 игрока на лонг отправляется, будет у нас борьба. Джамп тоже хороший респаун, но у него только скаут, поэтому тут рассчитывать на многое не приходится. Ну что, тут же аккуратненько выходит на мидл. Там смок рассеялся, можно свой пробросить на просвет. И классику жанра Team Secret разыгрывает. Два опорника под точкой Б находятся у нас. То есть никто на грибах не играет. Один на даблдорс, другой на танцполе. Тяжело будет защищаться под бассайтом. Но только один игрок выходит с банки. Это, ну, точнее, из тэшки. Это на руку. Но подставляется Риган. Риган-то здесь такое ощущение, что не понял, как именно Тутсен принимает заходящих игроков с Double Doors, потому что он не ожидал этой подставы от своих тиммейтов. В итоге уходит на сейв 3 девайсов Team Secret. 4-0. Ну вот это те самые SJ, которых я ожидал видеть в этом матче.
Я удивился немножечко, если честно, коэффициентом, но плюс-минус они, конечно, близки, но все же как будто бы предпочтение отдают Team Secret. Для меня это загадка. Да, у Team Secret есть неплохие игроки, молодые, перспективные, тот же Хуан Флатра, но мы понимаем, что SJ Gaming это такой уже закоренелый стак, сильный, серьезный, который много времени играет вместе, которые не один турнир уже выступают, и очень много у них, конечно, опыта игры. И просто так их не пройти. Ну что, подсейвить только получилось одну эмку. Обидно. Закупиться не получится. Да, будет байли 2000, появятся пистолеты и арморы. Синапси будет играть с эмкой, которую он засейвил. Но нужна пауза, действительно, потому что мы понимаем, что когда вы берете себе карту на пик, ну, вы должны немножечко поувереннее ее отыгрывать, а пока у вас ничего не получается. Конечно, сверхъестественного ничего не произошло, казалось бы, там сыграно 4 только раунда, и как бы это только старт, это только начало. Но в любом случае, тут проблема в том, что как были сыграны эти раунды. SJ буквально, ну, просто доминацию нереальную показали со старта. И в каждом раунде они на голову сильнее своих оппонентов. Вот в чем вся проблема-то. То есть проблема не в том, что счет 4-0, а проблема в том, как этот счет был достигнут командой SJ. Ну что, в итоге Харон летит по респауну, ему что там дропнули авик, да. Ему дропнули авик, пытается дать энтрифраг. Но там у него не будет противников, поэтому нужно отдавать авик обратно для джампи и играть с автоматическим девайсом, как изначально и планировалось. Синапси очень агрессивно под шортом работает. И, кстати говоря, тут вопрос только у кого нервы сдадут первые. Нет, Синапси готов был под позицию Седикса открыться. И хороший энтрифраг, но девайс забрать, к сожалению, команда не сможет. Но я не понял, на самом деле, почему там Седикс играл один под Xbox'ом. Почему не было игрока на холодильнике, например? В итоге теряет еще и джампи. Тутсон включился. Но теперь уже Тутсон заберет девайс 100%. Ничего он не боится. И тиммейт его может подойти и еще калашников забрать. И это серьезные проблемы для SJ. Раскидывать не хочется смоки сейчас на просвет, потому что они понимают, что нету девайсов у Team Secret, по крайней мере, у двоих игроков. И можно за счет этого попробовать найти размены. То есть сначала дать фрагов парочку, а потом уже раскидать. Но не подставляется Team Secret и приходится играть на инициативу. Готовы были к этому врыву, но в итоге от второй флешки все же все ослепли. Правда, не залетело у Хуана Флатра. Здесь Синапси на Гэндальфе. Пикает под флешку тиммейтов. Не проверяет его, падает Эрвит, падает Ксарта, и это раунд за Team Secret, потому что 14 секунд не позволяет Харону здесь особо на что-то рассчитывать. Хотя, слушайте, пройдет Синапси, поставит бомбу. Но он почему-то ставить бомбу начал в такой позиции, хитрый. Почему он не сел просто за боксом? Тогда бы у него были шансы, наверное, открыться. Но он не обладал информацией, где именно конкретно находятся игроки Team Secret. Возможно, там кто-то поджал уже лонг. Может быть, кто-то в упоре под просветом. Поэтому тут сыграл на экономику, заработал дополнительные финансы. Неплохо. Но в любом случае, SJ Gaming такой раунд проигрывать не должны были. Два века у Team Secret. Это серьезный буст за защиту. Тут сам пропускает игроков упор шорт. Быстро Эрвит атакует. Посмотрите с тиммейтом. Уже раскидывается смок на мост. Но не знаю. Дальше, наверное, захолдят все-таки с Джей. Хотя Хуан Флатра агрессивно. Очень агрессивно идет на преждение. Но Синапси погибает. Вставляется игрок на ланге. Это проблема. Теперь давят с двух сторон, ребят. Из Team Secret под точка, и Хуан Флатра понимает, что нужно играть в упоре, наверное. Ой, спалился, все, упал. Хуан Флатра понимает, что тут его заберут 100%. Пропускает игроков уже на Гэндальфа, джампи в итоге размен, Хуан Флатра падает, Анаркис не успевает, игроки уже в дефолте. И Анаркис должны здесь закрывать, да. Но еще каким-то образом подставился, как так-то вообще?
Это на самом деле нереальный фраг сейчас был. Это не должно было произойти. Но проседает вся команда. Еще и со спины люркер включился. К сожалению, остается последний. Анаркис, тот самый красный снайпер, который оставался на ланге. Это 5-1. И Team Secret вроде бы взяли раунд, но проигрывают тут же следующий. По деньгам, конечно, все в принципе сейчас неплохо. Риган и Хуан Флаттера могут закупиться. Также может закупиться Синапси. Но остальным придется докупать либо фармилки, либо какие-то фамасы, например. В общем, бай получилось организовать, но бай без АВП. И скудный запас, конечно, по гранатам есть у Team Secret. Но стартовую агрессию, по крайней мере, остудить получилось. Хотя SG Gaming не особо-то и рассчитывали на какой-то быстрый раунд. Играют все больше от дефолтов. Смок на петлю, не знаю, попали. Нет, по-моему, не попал смоком, насколько я понимаю. Он вообще отлетел просто, как будто он его с левой кнопки... Да, он, похоже, кнопку перепутал. Не с правой кинул его, а с левой. Ну, бывает, ничего страшного. Сарикс просел немножко по хп, там где-то был у него какая-то была перестрелка, либо от гранаты. Но в итоге шорт уже под контролем коллектива. SG Gaming, есть игрок, который люркует в этот момент лонг. Хуан Флаттер не самая лучшая позиция для приемки моста, потому что здесь смог будет лежать, и, в общем-то, у него ничего не получится. Но, с другой стороны, если будет десант смоки, Хуан Флаттер здесь как раз будет его время. Но десанта нет, проходят все через мост, уже возле Гендальфа два игрока, Синапси подгорает, его должны забирать, да. Под размен Хуан Флаттер попытался тут давать дэмэдж, но позиция уже невыгодная, еще и люркер сыграл. Анаркис вроде бы ждал его, но, видимо... То, что начали разваливаться опорники точки А, он пытался не попануть. Очень-очень изящно разваливают всю защиту Team Secret коллектив SG Gaming. Пока что вообще вопросов нет никаких. Дальше нюк, как бы, карта SG Gaming. Но нюк в этом плане карта коварная. Я вот сколько не смотрел этих нюков на тир 2, постоянно какая-то команда этот нюк пикает себе, но в итоге отлетает сама на ней, потому что, ну... Не на том уровне находятся коллективы, чтобы прям железобетонно вот знать, что моя карта нюк, и я ее заберу. То есть, как объяснить? Когда берет Астралис нюк, да, ты понимаешь, это Астралис взяли нюк. И как бы одно время у Астралис там, по-моему, сколько? 25 нюков было выиграно подряд. Made for live betting. А когда появляется нюк на тир 2 сцене, ты такой думаешь, ну, наверное, они его готовили. Оказывается, вообще нет. Там что-то пошло не так, что-то не сложилось, и все, и они отлетают. Синапси не прочитал здесь позицию. Кстати говоря, играют с модельками. Ребята... Хотя мы знаем прекрасно, что ESL запретили, на Фейсте сейчас тоже модельки запрещены. Кстати говоря, для любителей Фейста еще будет такая новость неплохая. Я напишу, наверное, сегодня. Сайт инфа, скажем так, по поводу того, что в каждом матче скоро на Фейсте будет присутствовать админ, который будет банить всяких токсиков и так далее. Ну, в общем, все это в моем твиттере, вы можете прочитать, в моей группе ВКонтакте, туда я тоже скину информацию. Кому интересно, заходите, подписывайтесь, будем общаться, почему нет. А так, 1-7 у нас счет, и пока что Team Secret вообще ничего показать не могут, к сожалению, у нас на своем пике. Но это понятно, с одной стороны, они играют в защите, как бы, и рассчитывать здесь намного не приходится. Ну, я говорил, SG Gaming — это сильная команда, у нее сильный Dust 2, у нее очень сильный Train, это Decider будет этой Best of 3 серии. Nuke тоже, в принципе, на уровне, да, они его не зря взяли. То есть тут очень тяжело именно по картам будет играть Team Secret. Но entry frag вот в этом раунде заставляет нас ожидать лучшего. Team Secret есть у них большинство.
Но осталось его только реализовать. Перетяжка от SG Gaming. Все через Терри спаун отправляются по точку А. Не знаю, возможно попробовать поздними таймингами выйти через лон как-то. Татсон, потому что в шорт-то просматривает поджим. Но нужно какой-то смог пробросить, возможно. Либо не хотят свою позицию дискредитировать. Но в любом случае по таймингу уже Team Secret будут ожидать этой перетяжки. Правда, посмотрите, они сидят сейчас 2-1-2. То есть у них по точке А только два опорника. И в теории SG Gaming могут здесь неплохо разменяться. Но для этого нужно пройти снайпера. Ой-ой-ой, здесь ранбуст. Анаркис, конечно, такого не ожидал. Ну все, позиция ясна, 30 секунд на таймере, пора бы раскидывать, выходить уже, пока не подошла хелпа, потому что 3 игрока уже по точке А, один с просвета, 2 с сайта. Анаркис тут блайнди, вообще не понимает, куда ему действовать. Залетает еще и молик на, я так понимаю, Гендальфа. Анаркис горит, полыхает, но забрать его не получается, он здесь за моликами каким-то образом до сих пор еще живет. Его никто не вырубает. Вот и Анаркис играл, Синапси также подключился. Есть джампи, правда он последний, Риган со спины уже не ожидал его джампи по таймингу. 7-2 становится счет, второй раунд забирает Team Secret. Что у нас по экономике? Там по 11 тысяч SG Gaming, конечно, экономика просто на невероятном каком-то заоблачном уровне. Но сейчас как-то, мне кажется, не хватило у них агрессии. То есть вроде бы все четко сделали, раскидали, прогнали снайпера, там бедный Анаркис не знал, где ему вообще находиться. И осталось-то только добить, выйти и добить, но почему-то боялись в этих перестрелки вступать ребята из SG Gaming. Выход по точку Б. Риган, хорошая позиция. Флешек не хватает, и Риган здесь троих вот. Вот это СГ в защите, вот что она может вытворять. В итоге Тутсон, попадание по двоим, насколько я понимаю. Нет, только в одного. Легчайший раунд, не знаю, SG Gaming что-то начали торопиться. Зачем? Просто непонятно мне. У вас хороший бай, у вас полно гранат, у вас есть снайперская винтовка, но вы же как же круто разыгрывали именно сплиты под точку Б через мидл. Почему вы этого не делаете? Ну, не знаю, если честно, касаемо перспективности этого состава, я не хотел быть хейтером. Но я перспектив особо не вижу. Ну, честно так сказать. Ну, то есть, какие перспективы? Закрепиться на тир 2 сцене? Ну, окей, ладно. Такие перспективы есть. Ну, может быть, есть перспективы как-то заиграть, чтобы вас потом раздербанили по разным составам. И Team Secret хорошо продала игроков. Такие перспективы тоже есть в теории. Наверное, на это и расчет. С другой стороны. Ну да, это было очень жестко. Анаркис и Хуан Флатра здесь погибают в ряд. В итоге джампи в соло скрывает точку А. Дальше летит на всех парах убивать опорника, который находится на ланге. Он в блайнде, джампи. Но Синапси здесь вообще не готов абсолютно никак сопротивляться. Нужно было оставаться на ланге. Не знаю, зачем он вообще побежал туда. То есть, ну, в такой ситуации догонять и уже и оборонять точку А смысла никакого нет. Смысл есть остаться на банке и попробовать вырубить кого-то люркера, который будет двигаться через лонг. Вот это да. Это я понимаю. А так Тутсон остается последний против четверых. И это восьмой раунд за SG. Хотелось бы, наверное, выбить его девайс. И он уже, в принципе, сейчас должен... Нет, Эрвит не успевает. Пропускает игрока... Но тут давят со всех сторон, в любом случае, да, Тутсон не уходит никуда. 8-3 становится счет. И я пока что не вижу вообще, за счет чего Team Secret могут выигрывать эту карту, если честно. Но, возможно, они в атаке покажут какой-то крутой... какую-то крутую игру. Джампи здесь ждет пока что, по-моему, с 2D там подсады. Эрвит под смоками. Хуан Флаттер просочился в яму, но Эрвит тоже за синим боксом. Но странно, что вообще Эрвит не смотрел в эту сторону. Загадка для меня. Видимо, уверен был, что никто не проходил. А здесь поджим с точки Б. Но Ригон разменялся.
Но понимаю сейчас, что если был поджим с точки Б, скорее всего, на мидле никого нет. Можно выходить. Но декстарты очень странная позиция для смока. Ай, спина не читалась. Со всех сторон просто Team Secret раздербанили сейчас атаку SG Gaming. Но ситуация 2 в 4, поверьте мне, еще можно такую даже и выиграть. То есть красный Хон Флаттер, там 19 хп, синапси битый. Где-то как-то неаккуратно сыграешь, и все. Анаркис, хорошая реакция, но... Не попадает он в джампе. В итоге вот, Хон Флаттер ошибается в позиции, и все. Точка-то под контролем, ретейк 2 в 3, поверьте мне, не самый простой ретейк для защиты здесь. Да, конечно, битый джампи, 25 хп, но у него авик на руках, то есть количество хп здесь немножечко нивелировано наличием хорошего девайса. Но ошибается Седикс, не знаю, зачем он пошел в шорт. Мне кажется, это была ошибка позиционная. Но, с другой стороны, он, конечно, не обладает той информацией, которую видим мы, да, на миникарте. И, может быть, у них был кол, что на ланге есть игрок, поэтому он побоялся идти на подъем. Хотя, если бы Седикс рискнул... Остался бы на подъеме, снайпер бы ушел, например, куда-то на гуся, или наоборот, они бы поменялись, да? То этот ретейк могли бы принять спокойно. Но в любом случае, выжили максимум из ситуации, поставили бомбу. И заработали дополнительные финансы для своей команды. Четвертый раунд за Team Secret, нужно забирать все остальные, если они хотят все же как-то показать нам хорошую игру на этой карте. Сарта снова подлон под флешки, видит игрока, заходящего в яму, но в блайнде. Харон, конечно, сыграл на размене, понимает, что, скорее всего, на машине есть игроки. Ой, синапси здесь хотел прошить, но в этот момент по таймингу игрок заскочил в яму. Харона 4 хп. Пока что ситуация 3 в 4. Так, все просто для SJ. Пошли раскиды в нас. Просвет под лонг. Вот пройти осталось тот цена. Желательно так, чтобы он не дал разменов. Падает Хуан Флатра. Анаркис. Каким образом он там вообще находит фраги через смоке, я не понимаю. Но в итоге тут цена в опоре никто не ждал. Но Садикс должен с ним здесь разменяться. Плюс для себя, но хорошая флешка от тиммейтов и подоспел вовремя. Анаркис, конечно, здесь на себя очень много инициативы в этом раунде взял. Я так и не понял, как он вырубил игрока на машине. Там же лежали смоки. Возможно, это по трейсерам был выстрел. Ну и на руках по 2300 у нас у SG Gaming. Поэтому экономический раунд. Неплохо открылись, но Хуан Флаттер в упоре. Подстраховал здесь своего снайпера. Понятно, что рассчитывать не приходится, когда у тебя на руках пистолеты и арморы, но все же есть диглы, поэтому были кое-какие шансы у ребят из SG Gaming, но эти шансы все... Пропали. Остается только Джампи и Харон. Вдвоем против пятерых. Это шестой раунд для Team Secret. Ну и в принципе счет комфортный. Уже вопросов нет никаких. То есть они сейчас перейдут в атаку. И если у них там все настроено хорошо. Если они понимают, как играть в атаке на Dusty 2. То тогда у Team Secret может быть даже есть шансы и забрать эту карту. Ну и SJ желательно, наверное, девятку забирает. Все же они играют в атаке. За сильную сторону на этой карте. И счет 8-7, он, конечно, неплохой, но я думаю, он на руку Team Secret будет. Садикс находит там 3 фраг по синовсе. Но вот такого не должно быть. Не должен подставляться игрок на банке. Я не знаю, как это вообще произошло.
пытался прожать, но в таких таймингах какой смысл прожимать? Начало только раунда, естественно, все позиции контролируются. Все прожимы. Патра через смоки, забирает джампи, хороший фраг. Ну, прям вязко стали играть из Джей, не знаю, тут даже комментировать пока нечего. Просто пытаются пикаться один на один. Где-то выигрывают, где-то проигрывают. Выход через мост, флешек не хватило, тут сын находит фраг. Ну все, захлебнулась атака, нужно перетягиваться. Кстати говоря, по точке Б один опорник сейчас. И можно, можно просочиться. Но смока нет на просвете, Хуан Флаттера похоронит сейчас троих. Ряд. Хороший дэмэдж вливает Анаркс. Ну, здесь все, Анаркис доминирует 8-7. В итоге Team Secret набирает достаточно раундов, чтобы бороться за эту карту спокойно. То есть ничего сверхъестественного для них не произошло. Хотя изначально SJ казались прямо на голову сильнее. Но в какой-то момент перестали работать их атаки. Не знаю почему даже. Что у нас по статистике? Харон на первом месте. Ксарта вот не включился. Это печально. 2-2-10 идет. Ну, этот прям вот, эта карта 50 на 50. Здесь по-другому не скажешь, честно. Здесь может любая команда выиграть. И SJ могут выиграть, и Team Secret могут выиграть. Тут кому больше, как говорится, повезет, и кто больше готов. Но пока это непонятно. Что у нас по раскиду есть у Team Secret? 2 смока, 3 флешки. Планируется, видимо, выход под точку А все-таки через лонг. Хороший респаун есть у Анаркис. И можно его выпустить под флешки. Но он без армора. То есть он как раз тот игрок, который закупил эти гранаты. Странно, что он с первым респауном это себе покупает. Но, видимо, не ожидали, точнее знали, что SJ не будут бороться за эту позицию. И спокойно вышли через банку. Сейчас будет раскидываться 2 смока на просвет. И, возможно, даже какая-то перетяжка обратно, а может быть просто прямолинейный пуш по точку А. Все это в любом случае смотрится неплохо. Очень медленно играют Team Secret. Просто непонятно, для чего они медлят. По нему информация по ним уже давно есть, что они на лонге. Как бы, кого они ждут? Каких-то поджимов? Ну, навряд ли. Выход пошел к Сарту с дистанции. Разносит голову. Синапси в упор подошел Ригон. Здесь Ригон может всех похоронить. Но Селикс как же уверенно работает. Харон ему в этом помогает. Хуан еще может тап раздать на просвете. Да, Хуан забирает двоих по итогу. Остается последний чемпион с армором. Что, перетяжка через Сити решил сыграть? А где киты, интересно, рухнули? Ой-ой-ой. А теперь обратно, джампи. Ну не надо идти Сити сейчас. Да-да-да, все грамотно делает джампи. Все, бомба стоит, но почему-то вернулся. Не знаю, мне кажется, с шарта у него была бы поперспективнее позиция для перестрелок. Но в итоге действует до конца против Туцана здесь. Подъема. И ты тут лежат на просвете, поэтому он идет через эту позицию. Патроны заканчиваются. Ой, ну Глок, П250, отлично в этих этой ситуации в упорно. Тут он разносит голову джампи. Зарабатывает 8-й раунд для Team Secret. 8-8 становится счет. И будут ли делать форс бай с Джагейминг? Появляется уже у джампи скаут, но не факт, что остальная команда его поддержит. Да, появляется также ксарты, снайперская винтовка. Есть пистолеты, есть арморы, есть гранаты. Есть желание перебить прямо сейчас экономику Team Secret. Перетяжка пошла от Team Secret. Спалились они под точкой Б. И решили уйти под отсайд. Ну, кстати говоря, неплохо смотрится эта перетяжка, потому что лонг-то вообще не просматривается. SJ, в теории, можно его раскидать, выйти, но идут через шорт. Вот это уже опасно. Здесь укрепление из троих игроков. Под флешку готов уже Синапси ворваться.
Нужна флешка тиммейтов, просто так выходить слишком опасно. Но этого ждут СЖ, посмотрите, они постоянно отворачиваются. Ой, в итоге Синапси две головы сносит. Но тут уже Ксарта со скаутом ничего не сделает. Да, может быть, попадет, но это все ни к чему не приведет. Его просто проходит из дистанции, сбривает с маг 10 с расстояния 10 тысяч километров. Все по всем попали, Риган умер, Тутсон красный, Фанфатра красный, Анаркис красный, но, к сожалению, добить эти красные таргеты некому. Шанс последний со скаутом тоже отваливается, это 9-8. Ну а дальше экономический раунд от СЖ, 10-й за Team Secret, и пока все складывается прям по их сюжету, как они и хотели. Но тут, конечно, Синапси вроде бы должны были убивать, но Галил в его руках разит безошибочно. Хаешка смог, интересный такой выбор. Ну, смог пробросит на пробив на мидл, чтобы непонятно было, где стакуется SJ Gaming. Ну, Хаешка. Видимо, решили принять точку Б, да. Ну, я думаю, что без разведки Team Secret точно никуда не полетят. Ну, пока непонятно, куда собирается Team Secret. Бомба вообще лежит под банкой у них. Три игрока в шорт заходят в этот момент. Но укрепление, похоже, не сработало. Прочитали. Ну все, по точке А уже собрали инфу. Понимаешь, что там никого. Выходит, бомбу ставят. Абсолютно без сопротивления Team Secret выигрывает этот раунд. Теперь SJ Gaming нужно сыграть на какие-то экзит-фраги. Попробовать выбить девайсов парочку. Может быть, их подсейвить. Ну, по крайней мере, выбить экономику. Ну, опять же, как это сделать? Если будут двигаться в унисон Team Secret, если они будут играть вместе с всей командой, то тут даже выбить ничего не получится. Ну, в итоге неплохо там джампер изменялся, два девайса потеряли ребята и Secret, ну и SJ Gaming, на самом деле такой ключевой довольно-таки момент, посмотреть, насколько они готовы именно на девайсах сопротивляться атакам Team Secret. У них появляется ВП, у них 4 М-ки, все хорошо по гранатам, китов нет, это проблема, но возможно и не понадобится. Три игрока уже Team Secret быстро забиходят в верхнюю Т-шку. Быстро выходит по точку Б, неужели вот такой прямолинейный пуш, смотрим, там на приемке работает Эрвит, но все, его съедают. Словил он плохие тайминги, точнее Харон это был. И все, джампи погибают. На ноге Team Secret выбежали и уничтожили точку Б. Шок-контент. Играли 3-2 по позициям SJ Gaming и вообще оставили одного опорника, то есть это... В корне неправильный подход к точке Б, так нельзя. В любом случае, игрок, который играет мидл, он должен провожать своего опорника точки Б, хелповать ему гранатами на старте, откидывать там зажигательную какую-то и помогать, если что, принимать Б-сайд. То есть вот так играть нельзя, когда ты запускаешь одного под Б, а сам сразу садишь на мидле. В итоге твоего опорника Б проходят, и ты уже ничем помочь ему не можешь. Еще и Седик подставляется, вообще бессмысленно потерял сейчас свой девайс. 11-8, да, проблемы у SJ Gaming. Нужно, может быть, ставить паузу, общаться. Подставляется джампи. Ну, он был там с пистолетом, поэтому, в общем-то, разницы никакой. Эрвин Седикс также погибает. Сарт пытается разменяться. Очень много дэмэджа он там нес, но дэмэдж нелетальный. В итоге Тутсон сгорает в его зажигательной. 12-8. Ну что, выходит вперед очень уверенно Team Secret. И сейчас у SJ действительно проблемы, потому что раунд за 2 для них. Они еще играют за защиту. То есть их экономика даже забуститься не может. Джампи покупает по 90, но... Насколько я понимаю, такие девайсы запрещены. Но Джампи решил сыграть с читами. Окей, посмотрим.
Скидывает Харону. Харон будет сбривать сейчас по 90. И снова на ноге. Вот то, что мне нравится в Team Secret, это их стиль атак. Вообще не дожидаются ни поздних таймингов. Сразу же атакуют. Раскидали мидл, спокойно пропрыгнули, пошли душить. Джампи промах. И это промах, может быть, стоит ему сейчас раунда. Ну, здесь ноускопом неплохо по Ригану попадает. Харон с P90 не может понять, в какую сторону ему вообще стрелять. В итоге забивает все-таки Хуана Флаттера, но ситуация-то 3 в 3. И такой ретейк очень сложен для защиты. Там еще куча гранат на руках у Team Secret. Сейчас еще молотов, еще смог прилетит. Моликом, кстати, промок. И вот это может зарешать. Но тут сон какая вертушка лютая по Седиксу. Эрит Сарт, на самом деле нужно уходить на сейв. Ну, нет смысла здесь идти на ретейк. 13-8, SJ отлетают. А как они круто смотрелись изначально, да, вспомните? 7-1 был счет, и они вот настолько на кураже уничтожали команду Team Secret. Казалось бы, разница там просто невероятная в мастерстве, в уровне игры, в понимании вообще в целом на Dust 2. Но в какой-то момент Team Secret переломили. Он под контроль, им Team Secret забирают себе. Ну, легко им отдают SJ, понятное дело, у них только пистолет на руках, там один скаут. Поэтому бороться за лонг без гранат нет никакого смысла. Ну и все, Team Secret в глубокую оборону уселись. Очень грамотно они играют против вот этих форсбаев, медленно, на контакт в основном. Оп, Сим прекрасно понимал, что прилетит флешка, скорее всего, и спиной отвернулся. Очень грамотно все делают. Но в итоге сейчас туча-то сгущается по точке А, Сим Пси уже за машиной. Он знает, что игрок есть дефолт, и он как кобра в засаде сейчас сидит. Но смоки рассеяться могут не по таймингу, Сим Пси тут все прочитал. Ну вот, выполнить бы ему... Все же тиммейты должны как-то. В итоге, обратите внимание, закинули молик именно с позиции ланга туда. Под шорт. Но Синапси должен был вроде бы фраг давать. Не попало, СГ не залетело, так убивает. А так все очень круто сделали ребята из Team Secret. Правда, размены Харон дает. Ключевой фраг, возможно, в этом раунде. Бомба стоит, но ловит Хон Флаттера здесь к старту на пропрыге. Остается Джампи Харон вдвоем против... Анаркиза и Хуана Флаттера. Анаркиза крутая позиция, то есть Сити здесь зайти тяжеловато. Шорт просматривается Хуана Флаттера, и его хедшот сейчас, в принципе, все шансы на взятие раунда для SJ похоронил. Забрать девайс, попробовать засейвить, но какой девайс здесь Харон может забрать? Никакой. 14-8, два раунда для Team Secret и победа на первой карте. Последний шанс, на самом деле, для SJ. У них два авика на руках. И оба сыграли в одну секунду просто. Погибает Анаркис, погибает Риган. Втроем против пятерых остается Team Secret. Ну вот здесь немножечко халатненько они подошли к этому раунду. Не вместе разыграли. Но вот так по точку Б неплохо. Кстати говоря, там под смоком Хуан Флата находит Харона. Сарта пытается разменяться. Ему бы здесь живым главное уйти. Если погибнет, это будет просто провал. Потому что тогда на ретейк будет шансов не так много. Смог плохой в дверях, и он позволяет здесь пикать джампи до конца, точнее, ксарты. Под флешку бы ворваться, но какие тайминги ловит их! Синапси, ну в кого ты стреляешь? В итоге он должен был убивать первым игрока в упоре. Ну не залетело, такое бывает. Тут на приемке с дабл дорс. В тоннеле в этот момент идет игрок, и, конечно, тут здесь никаких шансов. Но если бы тогда Синапси дал бы фраг по первому в упоре, то есть в теории он мог двоих там закрыть.
made for live betting. Напоминание для вас, дорогие друзья, каким промокодом на сайте WorldBet пользоваться, чтобы удваивать и утраивать свои депозиты. Но пока что 14-9, и Джей со всех сил пытаются цепляться за эту карту. Но, опять же, я напомню, что изначально в предыдущем раунде была потеря сразу двоих на старте игроков Team Secret, и раунд доигрывался 3 в 5. И то Team Secret серьезно напрягли с Джей Гейминг в этой ситуации. В итоге выход под мид. Дол Эрвит ловит двоих с гранатой в руках. Как это вообще происходит, непонятно. Team Secret, похоже, не знает, что можно смоки пробрасывать, не выходя на мидл. Но... сами себе руинят. Эти пару раундов они. По-другому не скажешь. И снова ситуация 3 в 5. Теперь нужно искать какие-то фраги. Ну, в итоге Риган находит, но тиммейт его погибает в этот момент. Это проблема. Ай, на поджиме с Эдикс, довольный, на плюс В скачет. Ну куда ты скачешь, 46 секунд еще на таймере. Ну, теперь шансы есть на самом деле у Team Secret. Если ошибется Ксарта как-то лично, либо промажет, либо просто в полупозиции его поймает здесь. Смотрите, его душит с двух сторон, то есть не так просто ему здесь защищаться. Но его нужно развести на какой-то шот для начала. Пошли флешки, и под них Риган уже готов пикать. Ага, Рига, найс трай. Увидел краешек торчащего снайпера и хаешку ему там сверху накидывал трехочковым. Ну, все. Анаркис последний. Ему нужно погибать. Ему не дадут засейвить в любом случае. А так он умрет после таймера. Кажется, зря он там остался. Хотя экономика SJ тоже на волоске. И может быть не рискнут они пушить. Нет, не стали они его до конца добивать. 10-й раунд за SJ. Но, опять же, сами себе проигрывают раунды. Непонятный выход на мидл с гранатами в руках, который просто по таймингу идеально покрошил там, по-моему, Эрвит. И это 14-10. А теперь контроль карты. Седикс поджимает шарта. Такого еще не делали SJ Gaming. И, возможно, не готов к этому Тутсон, да? Чаще трифраг под размен Хуан Флаттера, и это, конечно же, на руку Team Secret. Но, наверное, в таком поджиме нужно, чтобы игрок заходил в даблдорс на мидле и пикал нижнюю. Мне кажется. Но, видимо, не договорился там. Седикс играл от инициативы, от своей. В итоге он сейчас оставляет одного опорника по точке А, и у него действительно серьезные проблемы, потому что его душат с двух сторон. Ксарт пытается лонг контролировать. И сейчас найдет фраг. Как же он идеально расположился. Да, еще и ловит тайминги. Ловит игрока с гранаты, его отпускают. Но дальше тапа от Синапси. Вроде бы должен был забирать игрока на Сити, но не залетает, к сожалению. Бывает такое. Не засчитало, хотя прицел на голове был. Можно ставить бомбу. Ситуация 3 в 2. Все равно ретейк сложнейший для SJ. А бомба-то на ланге упала. Вот в чем вся проблема. А смоков нет на просвет. Вот тебе и... окей, ранбуст. За бомбой прыгнули. Там есть игрок уже в банке. Ну все, погибает Риган. Флаттер последний, 28 хп. Ну и, кстати говоря, каким-то образом умудряется еще Эрвида забрать. Ну, тут уже все, 1 хп у него, и это 11 раунд за SJ. Неужели это камбэк на камбэк? SJ вцепились просто как бульдог. Не отпускает вообще. Secret — это бывший коллектив Mix, который, ну, показывали неплохие результаты. Там обыграют какой-то коллектив, здесь какие-то квалификации выиграют, пройдут. И вот так вот потихонечку, полигонечку, но их подписали Team Secret. Но мне кажется, команда переоценена, если честно. Ну, лично, чисто мое мнение, без хейта какого-то. Я вот просто смотрю, как они играют. Ну, неплохо, наверное, в каких-то моментах, но... не идеально, как хотелось бы, наверное. Хотя, с другой стороны, команда молодая, и, может быть, в дальнейшем у них действительно есть серьезные перспективы.
Ну а пока 14-11, SJ вцепились, как я уже сказал, и отпускать не хотят. Team Secret оставалось 2 раунда доиграть. Несколько раундов ошиблись. Вот сейчас уже и вроде бы по классике жанра играть пытаются, но даже это не получается. Снова дефолт, есть люркер под точкой Б. Три игрока, кстати говоря, с SJ Gaming под сайтом в этот раз. Синапси здесь активно на себя внимание стягивает. Но это понятно, должно быть для SJ, что это байт. И может быть стоит перетянуться обратно. По крайней мере одному из игроков. Садикс остается до конца, а на репи, как же уверенно он открывался. Видит игрока за синим. Ну что ж такое-то, под Садикса все подставляются. В итоге СГ в его руках приносит практически 4 фрага. Остается Синапси и Анаркис. Анаркис пикает под флеш, его Харон грамотно все делал. Как же Харон еще и стрельбой забайтил на себя внимание. В итоге Анаркис остается последний против троих. Это должен быть 12 раунд, даже. И вот так вот на ровном месте Team Secret вроде бы ведут по счету, но такое ощущение, как будто в роли догоняющих сейчас играют. Что деньги у них снова заканчиваются. И это будет 13-й, возможно, для SJ. И буквально остается пару раундов, и SJ тоже могут выиграть первую карту. Два авика, Джампи плюс Ксарта. На Дасте 2 это всегда очень сильно. Против двух ХВП играть тяжело в атаке. Только гранат здесь по друг другу стреляет. Седикс прокалил своего, в итоге до красна. РВТ 23 хп остается. Джампи опасно здесь тикает с авиком, но реакция позволяет. С Анаркисом справляется. Ситуация 3 в 5, РВТ серьезно битый. Джампи также немножечко пострадал по хп. Но в любом случае позиционно очень круто стоят ребята из SJ. И должен быть по итогу легчайший раунд для них. Риган тут вдвоем. Выходит под мидл, но там Ксарта уже готов их принимать. Есть, если что, тупующие игроки с точки Б. Но это и не нужно, в принципе. 14-13, буквально рукой дотягивается уже SJ Gaming до Team Spirit. На пятки наступает, как говорится. И реальные проблемы у секретов. Срочно нужен Пупей, правильно. Звоните Пупею. Нужны какие-то подсказки по пикам. Ставится пауза. На этой паузе нужно что-то нашифровать, успеть. Ну, там 4000-4200, не такой уж хороший бай. Анаркис берет авик, но авик без гранат совершенно. Не знаю даже, что предложить. Мне кажется, вот сплит точки Б бы смотрелся неплохо. Ну, такой, знаете, грамотный сплит Б сайта. То есть вначале вы кидаете смок на X, занимаете спокойно шорт, потом от шорта откидываете смоки на просвет, выходите мидл, сплитите точку Б, оставляете одного люркера в шорте, например, либо на лонге, который в итоге в спину заходит. Ну, какой-то вот такой раунд у меня, по крайней мере, в голове прорисован. Но они играют в 3 спаунов, и пока что для них печально все заканчивается, потому что Хуан Флаттер погибает. Тут сам чудом на самом деле выжил там и ушел с этой перестрелки. И вот вы уже вчетвером против пятерых. Легчайший для Ксарта. Тут он открылся прямо на прицел. Роскошные волосы Ксарта ему не помешали сделать этот выстрел. Дальше джампи, снайпера подключились. Но снайпера идеально включаются вот в такие раунды, которые сейчас демонстрирует Team Secret. Раунды под контакт, вот под инициативу, под попытку пикнуть на свой какой-то... Ну вот, вы все сами видите. Все по одному, и, конечно же, для снайперов это просто как булочки. Там убили, здесь забрали, тут подстрелили. И в итоге ситуация уже 3 в 5. 14-14. Деньги, конечно, у Team Secret
С деньгами проблемы серьезные, но они понимают, что 15 давать нет смысла и закупаются. Оставляют, конечно, кое-какие деньги на следующий раунд, но в любом случае это бай. По точке Б вчетвером. Но здесь снайпер. Снайпера пройти не так просто будет. Опасный раунд играет Team Secret. Очень опасно. Прошли джампи и Харон здесь с эмкой. Но только один фраг, к сожалению, дает его. Тут же разменяли. Нужно смоки пробрасывать на даблдор. Сервит бежит быстрее, быстрее. Хоть какой-то размен дать. И у него получается словить тайминги. Эрви должен двоих закрывать. В итоге Ксарта через смоки каким-то чудом простреливает Туцина. Остается Риган последний. Господи, боже мой. Как они это сделали? Как они это приняли? Вообще непонятно. Риган 4 хп у него. Это ужас, это ужас. Как Ксарты попал Савика? Он, во-первых, одного взорвал гранатой, через смоки прострелил через дверь другого, просто на звук, да, там кто-то стрелял, он туда дал шот, и это был фраг. Это 14-15. Да, обидно. Очень обидно, сейчас Team Secret раунд проиграли. Задумка-то была крутая, и получилось практически ее реализовать. Потом, в итоге опять выход по точку Б, но в этот раз гораздо перспективнее. Джампи последний, опорник без сайта. Только на один фраг сыграл, это допы, ребят. Это допы, я вам говорю. Это допики, поэтому... Хотя... Хотя, может быть, не допы, да? Ну, не знаю, если сейчас еще здесь сервис что-то сделает, это просто ужас будет. Как они ему позволяют заходить в даблдорс и давать фраги вообще? Взрывает, летает на воздух Туцин. Хуан Флаттер остается последний, один против двоих. По нему сейчас просто нужно собрать инфу. Но Садикс его на уверенности берет и перестреливает. 14-16, дорогие друзья. Победа коллектива SJ на первой карте. Дальше их пик, карта Данюк. Совсем скоро мы с вами к ней вернемся. А пока я вам напоминаю, что на сайте Лутбет проходит крутой ладдер, в котором вы все можете принимать участие. Для этого просто кликайте на баннер по трансляции, читайте условия ладдера. Там разыгрываются крутые призы. Это и гаджеты на iPhone. И самые лучшие из вас могут... выиграть 10 тысяч евро. Поэтому кликайте, участвуйте и выигрывайте. Мы уходим на небольшую рекламно-музыкальную паузу.